Салон мехов «Греция» предлагает вашему вниманию роскошную коллекцию шуб из меха норки высокого сорта. Сочетание норки с каракульчай, соболем, норки с рысью в классических и ультрамодных моделях. Стиль, дизайн и безупречные лекала от итальянских и греческих мастеров придутся по душе самым придирчивым модницам. Салон мехов «Греция» – это так просто. По доступным ценам достичь вершин мехового искусства. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящие сутки север Ханты-Мансийского округа зацепит ненастный циклонический вихрь, активизировавшийся над арктическими районами Тюменской области. Остальная территория региона будет находиться под опекой усиливающегося антициклона. Они – самое дорогое, что у меня есть. Они всегда были рядом и помогали встать на ноги. Я никогда не забуду их теплоты и заботы. Теперь я помогу своим родителям. А о себе? О себе я уже подумал. Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Сохраните накопительную часть вашей будущей пенсии. 8 800 200 14 29. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Надежный фонд для вашей семьи. Узнайте больше прямо сейчас. Звонок бесплатный 8 800 200 14 29. Днем по округу переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха от минус 10 до минус 20 градусов. В Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 14-17 в окрестностях города 13-18. 17 ниже 0. Прогноз погоды представляет торгово-сервисный центр «Диски мира». С днем защитника Отечества, зеленого света и прямых дорог. Наши мужественные и надежные мужчины. В сети магазинов «Диски мира» в честь праздника с 15 по 28 февраля скидка 10% на зимние и летние шины. Шины и диски – твердая уверенность на дороге. 21 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, слабая геомагнитная буря. Атмосферное давление повысится и составит 764 миллиметра ртутного столба. Днем начнет понижаться.